Солнышко светит у нас, погодка хорошая. Тихо, хорошо, никого нету. Красота. Олег Викторович там все что-то тащит. Смотрите, кого он там хоть тащит-то. Ну-ну-ну, давай, Олег Викторович, показывай свой улов. Давай, давай, давай. Если это очередная тряпка идет. Тряпка? Это все может быть, давай. Лицо серьезно. Серьезно, просто бы. Не пойду. Я уже предполагаю, что там, поэтому. Давай, 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 давай. Смотрим, какая там тряпка будет. Вообще какая-то леска. О, чью-то мы плетенку поймали. Сейчас посмотрим, что у нас там будет. Какой-нибудь спиннинг там. Путевый, может, вытащим. Ладно. Так, бывают и такие вот поклевки. Мы тащим, тащим. Уже мы сейчас вытащим. Да, чужую снасточку. Кого-то здесь была старая. Интересно, что там, пунда? Или пилкер хороший? Крючки уже прогнили. Ну да, крючки прогнили. Старая, значит, снастка. Осторожней. Пунда. Осторожней, крючки. Значит, я-то веревка брошена. Сейчас будем резать. Разжились на пунду. Тоже неплохо. И тут еще одна. Тут еще одна пунда. О, нормально еще. Две пунды. С такими темпами можно еще что-нибудь поднять. Все, больше нет. Там нет, там, скорее всего, может еще что-то есть. Давай, достаем до конца. Сейчас, подожди. Так, Олег Викторович, ну. А это бы мешок. Ну, давай. Кирпичами. Мешок с кирпичами. Ну вот мешок режем, кирпичи опускаем, а это все вывезем на берег, сложим, чтобы больше люди не цеплялись. Пунды свои. Вон уже. Две штуки нашли. Не оставляли. Хорошие пундочки. Обрезай. Вот какой мешок. Кто-то груз себе придумал. Ну как, Олег Викторович, тебе поклевочка? Главное, пилкер вытащили. Фу.